Всех приветствую, друзья, на моем канале. Понедельник, день тяжелый, 1 июля. Закончил я только сейчас свою работу. И это видео специально для тех товарищей, которые любят покритиковать наш автопром. В частности, УАЗ Патриот. В общем, для вас у меня две новости сегодня будет. Одна хорошая, другая плохая. Начнем, наверное, с плохой. Вот. Но перед этим хочу показать, в общем, скачал приложение интересное «Россия ТВ». Вот сюда его установил. В общем, можно смотреть онлайн-трансляции телевизионные. «Россия-24», в частности. Вот. Довольно-таки неплохое приложение. Вот, допустим, «Россия-24». И вот у нас сейчас загрузится. Это слова председателя партии. В HD качестве идут трансляции. Сейчас подгружается. Связь тут не очень у меня устойчивая. Слова председателя партии. Вот видите, наших вождей здесь можно видеть. Такие дела. Магнитола, кстати говоря, у нас HD как раз таки выдает. Full HD. Ну вот. Из заднего ряда удобно смотреть. Максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроекту в их регионе. Ну а во-вторых, наладить систему обратной связи. Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроекте, предложение, жалобу. В-третьих, нужно научиться. Ну и, короче, поехали тогда к нашим новостям. Итак, первая новость. Плохая для критика. Вы, наверное, обратили внимание вот на такой вот звук дворников. Сейчас я на стекло побрызгаю. Вот. Слышите, да? Вот слышите, да? Вот этот звук. Кто-то написал: трапеция кончается, болезнь патриотов. Вот. Ну, собственно говоря, я вам сказал, что это резинки. Вы говорите: нет, не резинки, это что-то, это этот самый, это трапеция, это болезнь. Ну давайте, вот сейчас я выйду вам и докажу это, свою правоту. У меня есть как? У вас домыслы, а у меня факты. Во-первых, на наличие люфтов еще раз. Вот смотрите. Люфтов здесь нет. Все упруго, все замечательно. Как и там. Видите, вот обе... Блин, сейчас пойду. Оба поводка ходят, когда вот я за один дергаю, второй тоже начинает. Вот, то есть люфтов здесь нет вообще. А откуда этот звук? А вот откуда. В общем, смотрите, профиль щеток. Вот он, вот такой вот. И они мягкие. Вот смотрите, вот эта резиночка, она мягкая. И она хорошо липнет к стеклу. И вот этот звук — это удар вот этой вот поверхности по стеклу. Вот смотрите. Вот. Вот, то есть тут резинка эта, она как бы подгибается, происходит удар. А сейчас я щетки подниму, и вы послушаете, как работает механизм. Когда щетки подняты, вот слушайте. Во. Слышите? А вот еще сильнее, смотрите.
А сейчас я открою капот, и мы посмотрим на работу механизма уже под капотом. И услышим. Ой, блин. Я этот самый... Ну, слушай. Вот видите? Вот такие вот дела. Ну и звук, вот, кстати, смотрите сами. Вот. Вот. Вот это как раз резинка, вот это вот. Туда-сюда гнется. И вот он, этот звук. Посмотрите. Поднимаю дворник. Опа, блин. Да что ж ты... Вот так вот. И тишина. Можно даже создать усилие. Во. Вы видите? Никаких проблем. Вот они как работают. Вот он алгоритм. А почему такая асинхронность? А сделано это, ребята, специально. Сделано это для того, чтобы при перекладке усилий не было на механизм привода перегрузки. То есть не просто так. Ну и у левого, по-моему, дворника зона охвата благодаря этому чуть побольше. Так что не надо гнать на дворники. Есть автомобили, у которых дворники... Они разной длины и в разные стороны вообще. И не синхронно причем чистят стекло. И никого это не смущает. А то, что вы, ребята, придираетесь в очередной раз, я вам говорю. Так что вот. Вот такое для вас видео. Переходим к следующему. Стоп, стоп, стоп. Я что подумал? Сейчас точно скажете, двигатель не заглушил. И мы ничего не услышали. Поэтому исправляюсь. Заглушил мотор. Включаю зажигание. Включаю дворники. О! Слышно. И... Раз. Два. Еще раз давайте. Вот. Слышите щелканье? Вот оно, щелканье резинок с той стороны. О. Видите? Вот она, перекладка. Ну, теперь-то вы точно все услышали. Еще отключу. Так. И еще раз. Вот он, этот момент. Вот он. Вот он. Вот она. Вот. Благодаря вот этому вот эффекту. О. Ну а теперь, товарищи критики, радостное для вас известие. У меня потек бачок омывайки. Вот он. В общем, ну сейчас он не течет, но когда наливаешь вот до сюда вот, он начинает течь.
Завтра мне по гарантии его поменяют на новый. В общем, я посмотрю, в чем тут проблема. И завтра запишу видео. Проанализирую, из-за чего же он перетирается. Ну, это явно вибрации. У него это единственная точка крепления. Вот. То есть, вот он висит. На этой вот надет. Вот на эту вот скобу. И все. Посмотрим, как с этим можно бороться. Вот 33 тысячи и потек вот этот бачок. Ну и все. И проблем пока у нас больше нет. Так что сегодня вот такой вот ролик. Завтра едем к дилеру. Мне просто надо в Вологду как раз, и я между делом заменю вот этот бачок. Вот такие дела. Все, всем пока. До новых встреч на канале. Надеюсь, про дворники вопрос закрыт. Завтра я куплю новые щетки, просто потому что меня самого начал вот этот звук немножечко вымораживать. И поменяю, и будет у нас тишина. Все.